Страстная неделя Великого Поста подошла к своему логическому завершению, и уже в воскресенье 8 апреля православные христиане отметили Светлую Пасху. В ночь с 7 на 8 апреля во всех храмах региона прошли праздничные богослужения. В Спасо-Вознесенском кафедральном соборе праздничную службу возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Хотел бы пожелать, дорогие братья и сестры, чтобы сегодняшний день принес вам радость осознания того, что мы с вами на земле только странники и пришельцы, что Господь открывает нам свои объятия, дает нам надежду на то, что мы с вами бессмертны, что душа наша бессмертна, что земная жизнь – это короткое мгновение, через которое мы переступаем в будущем порог вечности. На службу в главный собор региона пришло более 700 прихожан. В их числе оказался и глава региона Сергей Морозов. Как сказал владыка, очень важно быть и духовно сильными, и едиными. Слишком много перед страной сегодня стоит вызовов, и внутри страны. Нам надо продолжать строить сильную экономику, независимо от наших так называемых партнеров. Нам нужно сделать так, чтобы качество жизни нашей было значительно лучше. Православные ульяновцы прочитали молитвы, послушали пасхальные песнопения и осветили куличи и крашеные яйца. В областном центре празднование Пасхи вышло за пределы храмов и монастырей. На перекрестке улиц Гончарова и Карла Маркса выросла целая пасхальная деревня. Композиция городского центра по благоустройству и озеленению из импровизированных деревьев и цветов пришлась горожанам по душе. Но были изготовлены элементы из фанеры, да, то есть обклеенные в виде росписи яиц. Вот, также в оформлении использовались купола, мы их оформили цветами, вот, искусственными. Вот. В данных катках у нас присутствует верба, стоит распускавшаяся, и все прохожие люди повязывают на нее ленточки и пасхальные яички. Пасхальная деревушка стала местом проведения различных мастер-классов. Ульяновцы могли научиться делать пасхальные открытки в стиле декупаж, оформлять праздничный стол и расписывать яйца. Здесь же работала большая выставка декоративно-прикладного творчества из главных пасхальных атрибутов – яиц и куличей. Анна Тищенко, новости Ульянской правды.